Добрый день, Яромир. Меня зовут Юлия. Мы хотели бы немножечко вас расспросить по поводу вашего опыта и вообще поездки в Украину. Не могли бы вы немножечко начать с того, чтобы рассказать о себе? Конечно. Меня зовут Яромир. Я приезжал из Чехии и хотел бы здесь найти свою новую любовь, новую жену. А можно при помощи вашего агентства? Да. Скажите, пожалуйста, почему вы выбрали именно нас? Да, это вопрос. Я пользовался уже услугами нескольких агентств, разных брачных агентств и сайтов знакомств, украинских, русских. Но в принципе я почти всегда был как-нибудь разочарован несерьезностью этих услуг или их девушек, которые там со мной общались. Из-за того я потом искал разные рекомендации и помощь других агентств и наконец нашел ваше агентство, с которым начал сотрудничать недавно. И пока мне нужно сказать, что это что-нибудь новое для меня, а я очень довольный с вашими услугами. Спасибо, рада это слышать. А скажите, пожалуйста, почему именно украинские девушки? В принципе, по всему миру много девушек, правильно? Почему мы такие особенные? Да. Но мне нужно сказать, что я очень много путешествую по всей Европе, и можно сказать, чем более на запад, тем более девушки такие избалованные, все хотят сначала быть экономически независимыми, иметь свою квартиру, хорошую работу, там машину, просто быть независимыми. И совсем потом забывают про такие ценности, как семья, дети. Основные ценности. Да. И мне кажется, что наоборот, чем более на восток, Украина, Россия, у вас еще девушки такие другие, такие, скажем, нормальные. Это правда. Скажите, пожалуйста, что вы можете рассказать о наших услугах? Довольны ли вы нашим сервисом? Да, я уже сказал, что я пока очень доволен вашим сервисом. Я очень ценю то, что мы можем советоваться почти каждый день в скайпе с вами. Вы мне рекомендуете, советуете, и это для меня очень важно, чтобы не терять время, например, с какой-то девушкой, которая мне не подходит. Вы мне сразу скажете, или... Но мне больше всего мне нравится, что у вас девушки действительно в серьезном поиске. И это мне нельзя было сказать на других сайтах. Там были разные причины, но можно 20-30% этих девушек было в серьезном поиске. Всего лишь? Да. А скажите, пожалуйста, какие именно услуги лучше всего помогают вам в общении с девушками? То есть видеочаты, письма, что для вас, вот как вы порекомендуете нашим пользователям, на чем сделать упор? Да, я очень ценю то, что у вас есть возможность видеочата, где можно услышать тот же голос. Mm-hmm. Потому что есть разные агентства, где можно было тоже початиться, но вы не слышали голос, только можно было переписываться и видеть картину. И это совсем что-нибудь новое, и мне это очень понравилось, что у вас есть, и даже качество хорошее. Это большая-большая помощь при выборе такой девушки. А скажите, безопасно ли сейчас в Украине? Многие пользователи и мужчины, да, переживают за то, можно ли сюда ехать. Некоторые себе там придумывают разные картинки о том, что здесь творится. Вот, поделитесь, вы сейчас сидите в нашем офисе, где солнышко светит, да, как бы тихо, спокойно. Я совсем свободно двигаюсь и путешествую по Украине. Я очень часто сюда приезжаю, тоже по деловым справкам, но я нигде не заметил, что бы было что-нибудь опасного. Только один контрол в метро, когда я с большими чемоданами там двигался, там спрашивали, проверяли, но в принципе ничего не заметно, что у вас какая-то война. Только если с кем-то разговариваю, то можно услышать что-нибудь, да? Так на словах, да. Скажите, пожалуйста, вот по поводу девушек. Возможно ли найти честную украинскую девушку сейчас, да? И если да, то какого возраста, вот идеальная разница, вы считаете, должна быть?
согласно вашему опыту и вообще, в принципе? Да, я был уже так слишком разочарован серьезностью или несерьезностью многих девушек на разных сайтах. Но здесь мне пока нужно сказать, что все девушки, с которыми я общался, оказались очень серьезными намерениями и целями, которые совсем совпадают с моими целями. И для меня самая лучшая разница в возрасте, но я уже такой человек, мне нравится около 15-20 лет. То есть гармония отношений вот складывается, когда женщина немножечко младше, правильно? Я уточню, чтобы... Да, младше, конечно, на 15 лет моложе. Что вы порекомендуете нашим пользователям вот по поводу поездки в Украину, общения и построения вообще каких-либо отношений? Ну, я очень рекомендую пользоваться вашими услугами, потому что я, можно, 3 года пользовался разными другими агентствами. Но мне пока нельзя сказать ни одного плохого слова про ваше агентство. Спасибо очень большое. Довольна репутацией. Мы очень ею дорожим и надеемся, что поможем вам. Спасибо большое за интервью и за честный ответ. Не за что.